целеустремленный. Пришел он боксом заниматься не так рано, 15 лет. Но парень целеустремленный, хочет и добивается. Так, пока был по юношам, ничем особенным не выделялся. Сейчас мы готовимся к чемпионату России. Буквально на следующей неделе уже уезжаем в городе Грозном. Еду не с целью завоевать золото, а с целью выиграть. В принципе, медаль, не медаль, это не важно. Главное, что показать хороший результат. Главное, чтобы тебя рассмотрели главные тренера сборной.